Всем привет, с вами Тед. В этом видео вы узнаете про правильную позиционку, про микро за Терран. Да, то есть за расу Терран, StarCraft 2, Legacy of the Void. Вы узнаете, как правильно сплитить мариков, либо, если быть точнее, то как я считаю это делать выгоднее, особенно если вы не про-игрок, который играет по 10 часов в день. Собственно, не забывайте подписаться, поставить лайк и обязательно ставьте в коммент, какие из этих техник вам понравились, так ли вы сплитите, и вообще в целом очень интересно ваше мнение в комментах по этому ролику. А также обязательно ставьте колокольчик, потому что скоро выйдут, либо уже вышли, вы их увидите в конце ролика, ролики про каждый матчап Террана, да, Терран против Зерга, Протоса и Террана, соответственно. Вот, ну что, давайте начнем. Первое, что самое главное, нужно понимать Террану, что, в принципе, ваши войска лучше дерутся, когда они находятся в полукруге от соперника. Вот. Чтобы сделать полукруг, вам, в принципе, не нужно делать ничего. То есть, ваши армии сами становятся полукругом. Здесь, так как мы одновременно напали, они стали поровну, то есть, ровные линии, а не полукруги. Вот, и здесь, ну, там, скажем так, повезло, не повезло, то есть здесь выиграли красные с небольшим перевесом, но если мы до боя уже поставим свою армию в несколько точек, нападем с разных концов, то есть вот они бегут так, вот мы бежим так, мы сразу же станем, и вот видите, четкий полукруг. А именно полукругом, особенно когда армии больше, это заметно прям катастрофически, насколько вы хорошо будете выигрывать. Вот, видите, уже намного лучше. И в прошлый раз, если это удача, то сейчас это именно правильная позиционка. Это относится, в принципе, к любому сражению. Вот. Ну и, наверное, что? Всем интереснее, конечно же. Как правильно сплититься против бейлингов, да? То есть большинство новичков именно страдают, когда на них бегут бейлинги. Сейчас мы сделаем так, чтобы они могли нас убить. Так должно быть окей. Вот, что делает большинство, давайте так, наверное. В момент, как только бейлинги пытаются на вас напасть, прожимается стим, и начинаем идти вперед-назад и атаковать. Вот, а так делать не нужно, да, то есть это последнее, что вы хотите делать. Давайте добавим еще бейлингов. То есть это самое последнее, что вы хотите делать против бейлингов, это начинать кайтить, да. Кайтить уметь нужно, то есть шагать и окликать, но это, в принципе, не требует действительно никакого микроскилла нормального, то есть просто нажимать правый клик, оклик. У юнита, у которого скорость атаки 0.6, он моментально атакует, нету никакого снаряда и вот этой вещи. То есть, ну, за Марика напротачить невозможно. Как же правильно сплитить? Профессионалы сплитят обычно таким образом. Они, когда чувствуют, ну, все на экране бейлингов, они до замеса начинают отодвигать по два солдатика, да? То есть они так берут 2, 2, 2, ну, тут 3 получилось, 2, 2, 2, 2. Все, таким образом бейлинги катятся, стимпак поражат, они разбиваются неэффективно, и вы, собственно, ну, в этот бой выигрываете, да? Потому что если бы бейлинги просто в вас катились, вы проигрываете сразу моментально, бейлинги выигрывают. Если, собственно, бейлинги катятся, а вы начинаете подшагивать, отшагивать, у вас, ну, есть шансы передепесить, но в конце концов куча бейлингов все равно вас догоняет. Вот. Как же я рекомендую это делать, и почему я не рекомендую делать это как профессионалы? То, что в целом этот скилл, его нужно тренировать. Точный выбор и вот так вот. Вот это самое сложное затерно, что, ну, на самом деле вас ждет. А я свой способ могу назвать так просто. 50 на 50. То есть в момент, когда бейлинги бегут в вашу сторону, вы не сплитите по два марика, потому что есть большой шанс просто, ну, напортачить, что вы вот вы нажимаете сюда, бейлинги бегут, вы выбираете эту там армию, но они не бегут, и, ну, все получается как-то не очень.
Вот, то есть по 2 надо уметь очень хорошо выделять. То есть мне нравится так, 50 на 50. Мы взяли половину, взяли половину, взяли половину, взяли половину, взяли половину, взяли половину, взяли половину. Вот, то есть как это выглядит, ну, типа в бою. Мы стоим, бейлинги бегут, мы их увидели, половина, 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 половина. И, в принципе, если ваша армия достаточная, вы сможете нормально отбиться. Еще, естественно, с этим помогает стимпак. Вот. Ну, как видите, вот тут я на это напортачил. То есть, в целом, этот навык нужно тренировать. И если вы двигаетесь не по 2 изначально, то ну, у вас реально меньше действий, чтобы напортачить. Вот уже здесь 4 действия уже, ну, в принципе, нормальный сплит. То есть это буквально 5 боксов было сделано. В принципе, вот если Бейны на такое наломятся, если вы заранее до боя успеете прожать, то ну, у вас будет более-менее шансы, так сказать, со всем этим справиться. Видите, хотя бы один Бейлинг остался. Вот. То есть это, в принципе, такое сплит микро. Итак, следующее, мины. Что нужно уметь за мин? Во-первых, знайте, что мины, если у нее есть цель, и это единственная цель, она всегда в нее выстрелит. Если вы закопали мину, и Протос, к примеру, уводит всех рабочих и оставляет только одного, то мина выстрелит в этого рабочего, но вы можете ее выкопать. Вот это классный трюк, потому что как Протос будет отбиваться? Он будет видеть, ага, ко мне залетает мина, типа я убегаю, я оставляю одного рабочего, и потом он следит, что происходит в другой части экрана. Ну, то же самое и зерк обычно, например. И вот в этот момент вы выкапываетесь, а потом рабочие возвращаются, вы опять закапываетесь. Ну, и вот этот момент может Протос пропустить. Это раз. Два, это если есть целей несколько, это вообще круто. Потому что, опять же, как это бывает происходит? Протос типа всех увел такой, ну, только здесь больше рабочих. Осталось два, например. Одну мину он убил, одна у вас закопалась. И он, получается, уже представляет, сейчас мина выстрелит, я нажму оклик и пойду ее убью. И он такой, так, хорошо, она сейчас выстрелит, я нажимаю оклик. Пока армия бежит, он такой, хорошо, я этих пробок возвращаю назад. И вот если эти пробки должны будут, допустим, совершить вот такой маршрут, вернуться назад, а у вас мина закопана, ей можно менять цели. То есть вы можете, меняя цели, если у вас есть несколько целей, дождаться нужного момента и шмальнуть вот так во всех пробах. То есть вот такой вот классный трюк. Используйте его. Еще выгодно его использовать, если Протос пытается от вас поворачиваться. Вот, дальше, Rapid Fire, если вы еще не настроили, хотя первой серии рекомендовал его настроить, обязательно настройте Rapid Fire. Это когда вы нажмете кнопку, она повторяет действие. То есть вот я жму один клик правый, а он бы делал много правых. Вот Rapid Fire у циклонов помогает, например, поражать вот так вот достаточно легко в нужных юнитах и кататься. Да, то есть, чтобы за циклонов нападать хорошо, вы должны сделать локон и начать просто бегать, тренироваться, чтобы до вас соперник не доставал, а вы при этом доставали. Вот. То есть, такая штука. Перераскладка танков. Перераскладка танков. Танки, у них долго вот эта анимация, вы нажимаете сложиться, и они долго еще будут разложены, но у них сразу же открывается пункт свернуться. При этом пункт развернуться открывается не сразу. Вот, то есть если они у вас разложены, чтобы их переразложить, не, кстати, сразу открывается, чтобы их переразложить в другом месте очень быстро, вам не надо следить за этой анимацией. То есть это очень важно понимать, что вот у вас танки есть. Если вы хотите, чтобы они взяли и стали здесь, вы нажимаете, получается, свернуться правой кнопкой, Shift, развернуться. И они это сделают. То есть самое главное за этим не следить, потому что если вы следите, очень долго смотреть вот эту анимацию, да? Представляете, сколько времени. Вот давайте проследим. Вот у нас 10 секунда, например. Давайте сейчас так. 15 секунда,
Нажимаю свернуться, хочу добежать вот до этого квадратика. Слежу. И такой развернуться. 7 секунд. 7 секунд, то есть за этим надо наблюдать. Вот. А так, смотрите, вот я не смотрю, я уже нажал, они уже все сделают, и как бы все окей. Rapid Fire, опять же, что с циклонами, очень классно пригодится для либераторов. Если у вас их много, Rapid Fire можно вот так вот раскладывать круги, очень удобно. Вот. То же самое, свернуться. Rapid Fire поражали. Свернуться. Rapid Fire поражали, и все, и не смотрим. Вот. То есть полезная штука. Ну и, наверное, хочется про дроп немножко поговорить. Как работают дропы, как дропать на ходу. Не все знают. Когда медиваки летят в какую-то точку, если нажимаете кнопку дроп и нажимаете на медивак индивидуально, он будет вот так вот высаживать мариков. Если нажмете стоп, он перестанет высаживать мариков. Но если вы нажмете hold, к примеру. Вот. То есть вот они высаживают, если вы нажмете hold, он станет на месте и продолжит высаживать мариков. Поэтому стоп не жмите, и все у вас будет хорошо дропаться. Вот, ну и про Rapid Fire, наверное, единственное, кого я забыл упомянуть, опять же, это гасты. Гасты Rapid Fire очень удобно, во-первых, прожимают, к примеру, свои эти снайпы. То есть очень удобно взять и быстро вот так вот заснайпить. Да, представляете, сколько раз это надо нажать кнопку, получается, скилла снайп, нажать на юнита, нажать скилл, нажать на юнита. А так я просто, я держу кнопку, и она такая, хоп, сама по себе выбирает цели, очень быстро получается. Вот, нажмем ресет, то что у них магия закончилась. Ну и снайп, это действительно работает, снайпер Rapid Fire, это очень круто. Ну, также можно, если вы совсем с ума сошли, накидать ядерок, если у вас там Rapid тоже включен на ядерке, то... устроится полноценный коварак, и все будет круто. А в остальном, в принципе, Терран, вот в плане микро, действительно простая раса. Вот в плане механики они сложные, как вы уже все знаете по серии. Но в плане микро, как видите, достаточно пара простых трюков, которые можно отточить, и ваши Терраны станут крутые. Ну что, с вами был Тед. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия — это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Тед.